А ты знаешь, сколько тебе будет лет? Да, 6. Ты можешь вспомнить, что такого произошло в этом году интересного? Мой дедушка принес мне много подарков, потому что он соскучен с тем, потому что он был в другом мире. Похожа на Алису. Алиса из «Планет чудес». Это девочка брюнетка с бантиком на голове. И платье голубое с бантиком. И туфли розовые. Новогодний рисунок. Мы делаем елки, снежинки, снеговики. Для кого это ты готовишь такой рисунок? Для Деда Мороза. Сначала придумала туман, а потом все остальное. Снежно-романтичный Новый год. Это настоящий шедевр. А что такое шедевр? Шедевр – красота. У Алисы друзья – кролики. У Алисы еще есть друзья – мышки. И еще котенки. Все? И сказал мама, можно я на вершине буду? Она сказала да, побежала на и теперь она хранительница года. Лягушка подскакала королеву, сказала, что беда, беда. Мальчика пошла тихо-тихо, когда что все спали. И вот наколдовала, чтобы она была на солнце и никогда туда не спустилась. Послали принцессу, и они жили долго и счастливо. Скоро поженутся. Конец! Я мечтаю быть в Японии. А что тебе нравится в Японии? Суши. А нет, или... Лапша. Лапша? Или суши? Это по-моему, лапша это китайская. Да, лапша это китайская. Нет, суши это в Японии, да?